Моровей Виктория, Республика Беларусь. Первая дорожка. Представительница Минска. Вторая беговая дорожка. Шалагинова Екатерина, Российская Федерация. Шалагинова Екатерина, Россия, Нижний Новгород. Штенчикова Магдалена, Словакская Республика. Штенчикова Магдалена, Словакия. Четвертая беговая дорожка. Брицева Вероника. И Фрицева Вероника, Чехия. Без фальстартов выходят участницы. Ну что ж. Не подхватывает рукав словенская спортсменка. Ну что ж, Екатерина Шалагинова в гордом одиночестве. 17.75. Ну, естественно, нам операторы показывают и представительство Чехии со вторым результатом 18.83. Шалагинова, чемпионка мира в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями с результатом 17.75. Лучшее время дня. Четвертую позицию в этом драматичном финале.